он тот самый орел в Антаве. Вот они сидят. Это не покрашенный песок, это действительно натуральный вулканический черный песок. Do you run trunk in waterfall? Чтоб к нему попасть, нужно было влезть вот в эту гору, примерно 500 метров. Вот так и набирают воду для местных водопроводов. Символ острова Лангави, местный орел.
надо же, это или выдры, или нутрии. Даже не ожидал. Анкави плачет, расставаясь, и провожать не хочет нас. Теплым ливнем умываясь, надеется увидеть нас. Наша долгожданная птица до Пьенанга прибыла. Goodbye, Langkawi.